Слышали, что новый закон издали, что в школу можно не ходить? Бухал. Не ходил. Но я уже в гиперспорте, мне деньги не нужны. Не, ну зарабатывать же деньги надо будет в итоге. Это надо. А как? А кто-то садится на шею мамочки. Но денег сейчас нету, турниров нету, я не в этом городе. Ну что, всем привет, особенно школьникам. Поздравляю с новым учебным годом. Вы так долго ждали, что лето, когда будет 1 сентября, вы пойдете в школу. Сегодня проведем соцопрос среди школьников. Вот что бы они делали, если бы можно было не ходить в школу? Как думаете, что они ответят? Посмотри, что бы ты делал, если бы можно было бы не ходить в школу? Бухал бы. Не ходил. Не ходил? Ну а что бы делал? Ну не ходил дальше. В компы ходил. Дальше что? Вот год прошел, ты в компы ходишь, два проходит, ты в компы ходишь, пять проходит, ты в компы. Шлюх нанимал бы. Но я уже в гиперспорте, мне деньги не нужны. А ты там зарабатываешь? Да. Сколько? Я в КС, у меня, я глобал, у меня 3000 часов. А сколько ты в месяц зарабатываешь или в день? Ну, там по 10 тысяч за каждый турнир. Ты правда? Надо же учиться и думать мозгами, что ты делаешь. А то так работу вообще не получишь, если не будешь заниматься и учиться. Что вы делали бы, если можно было не ходить в школу? Я не знаю. Гуляли бы. Гуляли бы? Да. Ну, год гуляли бы, два, три, пять лет прошло, гуляем. Что дальше? С этим можно, да. Да каждый по-разному бы поступил. Гуляла, ну, училась тоже, но дома. А, дома? Да, занималась бы. Даже ну, если а сейчас нельзя школу, учиться дома? Можно. А сейчас что не учиться дома? Меня не переводят на домашнее обучение, я в школу хожу. Учиться надо? Надо. А чему? Всему. Всему? Да. В жизни все понадобится. А, ну как нравится учиться? Ну, вроде бы да. А если бы можно было не ходить в школу, не ходил бы? Да. Что, да, не ходил бы? Нет, не ходил бы. А что бы делал бы? Катался, гулял бы с друзьями. Слышали, что новый закон издали, что в школу можно не ходить? Нет. Нет? Ну, прикольный закон. Она дистанционном обучении. Вот если бы можно было не ходить в школу, что бы ты делал? Скорее всего, в одной школе уроки слушал. Хотя бы по два раза. А, ну учиться все равно надо. Ну, хоть что-нибудь, да, хоть что-нибудь, знаешь. Но школа бы в любом случае была бы, но... Тебе нравится ходить? Ну, честно. Домашнее обучение лучше намного. Да. Ну вот, отменили школу, ты не ходишь, с утра встал, что ты делаешь? Ну, покушаю. Да. Поиграю, может, подольше. А вот то, что покушаю, кто-то купить должен, да? Да. Кто? Надо зарабатывать где-то. На ютуб ролики снимать пойдем. Да, думаешь, так все просто на ютуб, да? Раз и уже популярно стало. Ну, я бы занималась футболом и танцами. Это мое самое главное хобби сейчас. А, ты этим занимаешься, да? Да. Гуляли бы целыми днями. Гуляли? Да. Сколько гуляли бы? Год, два, три, пять, десять лет? Каждый день. Каждый день? Ну, сколько лет? До конца жизни. До конца жизни? А деньги откуда? У родителей. Ну, я бы родителям отдал, наверное, половину суммы. И попробовал бы сделать свой футбольный клуб. А ты тоже футболист? Да. Не, ну да, ты, что-то. Ну, какую-то работу пойти. Какую-то? А ну, ты... Программист, а там математику, английский знать. Почему именно программист? А тебе что нравится вообще? Программирование. Программирование? Да. Если бы у тебя был бы миллион долларов, ты бы был программистом бы? Да, вложил бы в проект. А, все равно бы этим занимался? Да. Ну, если так, значит, это твое. Если это честно, то да. Алло. Меня снимают. Скрытая камера. Все можно, но я бы ходил, потому что знания нужны. А, да? Никак. А то есть раз, что 1 сентября, все, надо в школу. Нет. А то многие говорят, я бы не ходил бы, взорвать бы эту школу нафиг. Не, минус то, что утром вставать. На скейт-парке бы пыталась и училась. Училась? Ну, если можно было не учиться. Ну, многие же не хотят в школу ходить, да? Вот, взорвали бы. Ну, образование нужно. Нужно? Да. Окей, если бы у вас было миллион долларов на счету, что бы делали бы? Еще сложнее вопрос, да? Тебя вообще заклинило.
Да, и веселиться можно вечно. Да? Не, ну зарабатывать же деньги надо будет в итоге. Как-то надо. А как? А кто-то садится на шею мамочки. Да, кто? Ну, покажи если... пальцем. Не знаю, пока это, эти все еще на ней сидят. Да, а ты? В принципе, я тоже. Ты тоже? А тебе сколько лет? Мне сейчас 13. 13? И до скольки лет будешь сидеть на шее? Ну, от 18 до 19, где-то так. А, до 18. А потом что будешь делать? Ну, это куда-нибудь поеду. Куда? Да, это пойду. Да, как минимум я закончу и учиться. И пойду работать. Куда? Да, это я планирую на повара. А тебе нравится это, да? Да, люблю готовить. Да, прикольно. После этого уже там свободная жизнь. Свободная? Ну как свободная, да, как скорее наоборот. Работа, дом, семья. Ну семья, не это, планей. Ну, не, ладно, это уже не сейчас. Это надо учиться, развивать знания, получать оценки. Короче, школа важна, полезна. Да. Я почти поверил. Не, в школу надо учиться. Надо? Да. В дальнейшем поможет. Поможет? Да. Как поможет? Ну, читать, писать научился, что еще поможет? Ну, литература помогает. Как помогает? Когда, вот, например, иностранец есть, он же читает и учится русским языком. Если бы у тебя был $1 000 000, что бы делал бы? Сначала бы я дал бы родителям. $1 000 000? Ну, половину. Это 100 миллионов. Ну, хотя бы половину бы дал. Ну, а дальше? Потом все на жилье, потом сделал бы вклад какой-нибудь. Сюда? В крипту. В крипту? Да. Все туда, все в крипту. А если бы у вас был $1 000 000, что бы делали? Я бы потратила на все, что можно. На что? Да на все. А вложить куда-то? Да пока что не надо. В смысле не надо? Молодые еще. Как вы будете зарабатывать? Работу на чем? Найдем. Да. А, любую что ли? Вот это? По залету, а вот работа души, да, вот такая, чтобы нравилась. Нет? Модерейтор, по-моему. Дизайнер. Дизайнер? Тебе нравится, да, вот это? Ну, уже хорошо, уже что-то. А ты что говорила? Тренер. Тренер? Да. По какому? По конному спорту. А у нас в Сочи есть Дагомыс, по-моему, да? Дагомыс, Мацеста, Раздольная, везде. А тебе нравятся кони, да, вот эти все дела? Да. Оказывается, есть эти. Вы говорите, не знаю. Вот есть. Молодец. Но денег сейчас нету, турниров нету, я не в этом городе. А, вот оказывается, денег нету? Да. Все это была фантазия, да? Мама на маникюр забрала все. Короче, поздравляю всех вас с новым учебным годом, любимым. Учитесь, все будет классно у вас. Все, а на этом все, увидимся в следующем видео, все, пока.